Раз-два-три, раз-два. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, дорогие друзья. Добрый вечер, мы приветствуем абсолютно всех, кто находится в этом зале. Предлагаю начать с самого простого, что может поднять на настроение. Это аплодисменты, господа. Давайте поприветствуем друг друга и начнем именно с этого. Здравствуйте. Мы понимаем, что все достаточно серьезно настроены. Воскресенье, день тяжелый, завтра начинается трудная рабочая неделя. Мы надеемся, что сегодняшний вечер вас настолько расслабит, что вам не захочется работать абсолютно, и вы настроитесь на нужный позитивный лад. Итак, господа, мы рады, что именно в стейкхаусе Черчилль создаются какие-то нововведения. Именно сегодня мы хотели бы с одним из вас познакомить. Итак, дорогие друзья, сегодня вы увидите самые яркие коллекции нового сезона на самых красивых моделях этого города. Господа, это эксклюзивное фэшн-шоу под названием «Подиум». На сцену сегодня будут ходить действительно настоящие красавицы. Они будут демонстрировать настоящие новинки этого сезона. Но самое главное не это. Самое главное, что мы постарались собрать в этом зале людей, которые так или иначе знают что-либо о моде. Либо знают в ней толк, либо создают ее сами. Правда, Сергей? Мы будем как-то потихонечку пиарить тех людей, которые создают моду в нашем городе, поэтому... Таким образом будем делать. Итак, дорогие друзья, начнем, пожалуй, с самого-самого-самого интересного. Это то, что начинает жизнь каждого взрослого мужчины. Это то, что начинает мечту каждой желающей этого девушки. Друзья, мы начнем с вами с показа свадебных платьев от салона Alain Chateau. Мы надеемся, что сегодняшний вечер пройдет легко и непринужденно. И именно сейчас мы начинаем. Друзья, ваше внимание на сцену. Друзья, первое, что мы хотели бы вам сегодня продемонстрировать, это показ от свадебного салона Alain Chateau. Каждая пара хочет, чтобы их свадьба была самой яркой, красивой и незабываемой. Ничего в этом плохого нет, так как свадьба — это все-таки действительно самый торжественный и особенный праздник в семье. Обратите, пожалуйста, внимание на все модели, которые сегодня представлены. Возможно, одна из них должна оказаться на вас в ваш самый торжественный и нужный для вас день. Салон Alain Chateau является эксклюзивным представителем в Саратове известных производителей свадебных платьев. Каждая коллекция отличается неповторимостью моделей. Кружево, шелк, шифон, романтическое настроение буквально царит среди великолепия и роскоши свадебных платьев. Милые дамы и женихи, консультанты Alain Chateau всегда рады помочь с выбором свадебного наряда и аксессуара. Широкий ассортимент и высокое качество товаров, а также следование модным тенденциям предоставят большие возможности для выбора собственного стиля в столь важный для вас день. Не забывайте, что свадебный наряд по определению должен быть особенным, ведь свадьба – главное торжественное событие в жизни любой девушки. Выбирали партнеров сегодняшней вечеринки, а также тех, кто будет демонстрировать свои наряды на нашем эксклюзивном фэшн-шоу «Подиум», мы решили выбирать по тем качествам, которые схожи с стейкхаусом Черчилль. Это, конечно же, высокое качество, это дружественная атмосфера, ну и, конечно же, позитивный настрой. Все это отличает салон Alain Chateau.
зале. Шато – это не только свадебные платья. Это стильные украшения. Это изысканные аксессуары, шубки из натурального меха, накидки и болеро. Есть специальные свадебные платья для восточных невест. Обратите внимание, в данный момент в свадебном салоне Ален Шато скидки на коллекции 2011 года. Дорогие друзья, раскрою вам маленький секрет. В финале специального показа от свадебного салона Ален Шато будет традиционный вброс подвязки букета. Так что если найдутся желающие, которые хотели бы поймать и то, и другое, мы будем очень-очень рады. Свадебные, вечерние наряды. Свадебные платья для восточных невест. Также это стильные украшения, изысканные аксессуары, шубки из натурального меха, накидки и болеро. Также в ассортименте салона имеются выпускные платья и школьная форма. Друзья, мы работаем для вас, стремясь создать приятную атмосферу в выборе свадебного платья. Наша свадебная модель сделает вас королевой на празднике любви и заставит всех присутствующих и в первую очередь жениха замереть от восторга.
которая разработана и внедрена стейкхаусом Черчилль. На ваших столах находятся специальные буклеты абсолютно всех марок, которые сегодня будут представлены, в том числе и салона свадебных «Ла Дифферент Шато». Эксклюзивную фотосессию, для которого выполнила Александра Сучкова. Салон свадебных платьев «Дифферент Шато», который любезно предоставил и начал, и открыл сегодняшнее фэшн-шоу. Надежда, как вы думаете, как все проходит? Отлично. Люди идут. Я так понимаю, что очередь, которая длится сейчас два квартала, нужно как-то ее обрезать. Скажите, видно, что места уже нет. Итак, господа, если вы попали к нам только что, мы вам напоминаем, что находитесь на эксклюзивном фэшн-шоу, которое было разработано специально стейкхаусом Черчилль, для того, чтобы проводить время приятно и в дружеской атмосфере. Мы с вами переходим к нашей интерактивной страничке. Прямо сейчас мы готовы разыграть некоторое количество абонементов от студии загара Solar Beauty. Друзья, все, кто любит посещать солярий, обратите на это особое внимание, потому что будет три вопроса, три абонемента. Насколько абонементы говорить не буду, для того, чтобы вас немного замотивировать. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы получить этот абонемент, нужно просто поднять руку, если вы знаете правильный ответ, и все. Не грустите, вы так хорошо улыбались во время показа. Воспоминания или только еще? Только еще? Конечно же, все всегда впереди, согласен. Итак, господа, первый вопрос, который наверняка вы ответите сразу же. Что в переводе, ну, опять же, неизвестно с какого языка, означает Solar Beauty? Как только увижу руку, сразу же буду спрашивать этого человека, который готов ответить на вопрос. Ребят, вы же все англичане, я знаю. Что вы молчите? Где журавель? Куда ушел? Вот. Вы знаете, да? Максим, лучший кардиолог нашего города. Скажите, как переводится Solar Beauty? Вам нельзя быть кардиологом, вы плохо слышите. Вы так можете вылечить совершенно по другой направленности человека. Итак, Solar Beauty. Beauty. Solar. Осталось только... Не, ну... Вот Beauty, это... А я не знал, кстати, что это душа переводится, но... Не-не-не, Solar. Solar. Слушайте, вот я сейчас вашу фамилию тоже вспомню. Я боюсь, что очень быстро люди из деканата здесь, ты видела? Слушай. Ослепляющая красота? Продавец красоты? Это не сейл. Нет. Почти, но нет. Солнечная красота, конечно, добрая девушка. Правильно, абсолютно верно. Я думаю, что весь зал поддержит или нет? Поддержите, не стесняйтесь. Абонемент, вы не могли бы ко мне подойти, а то просто меня тихо спрыгивать достаточно сложно. Я вам передам сразу же абонемент на... Ну, прочитаете, да? Студия загара Solar Beauty. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Итак, идем дальше. Следующий вопрос. Раскочегарились, да? Готовы уже идти дальше? Ну, хорошо. Вопрос номер два. Есть ли разница, вот, кстати, кардиологи сейчас молчите, есть ли разница между загаром в солярии и природным загаром? От вас только рука и правильный ответ. Больше ничего не нужно. Может быть, Екатерина Карпова? Екатерина Карпова, может быть, вы? Так жалко, что Екатерина Карпова сегодня взяла с собой беруши. Это не слышно совершенно. Да, слушай. Какая разница? Классный ответ. Конечно, есть разница. У меня так и написано. Правильный ответ, конечно, есть разница. Дарья, какой? Природный полезный. Так, чем? Не вызывает рак кожи? Лампы старые сами. Итак. Вызывает рак кожи. Так, сразу проконсультируемся кардиологом. Абсолютно верно отвечает или нет? И тот, и тот другой вызывает рак кожи. Абсолютно с вами согласен, даже несмотря на то, что я не роботолог. Ну, разница на самом деле есть. Какой из них полезнее, просто назовите одному, сразу же отдам пример. Солнечный? Абсолютно верно. Знаете почему? Вырабатывает витамин D3, держите. Поддержите, друзья, поаплодируйте, поддержите, не стесняйтесь. Мы понимаем, конечно, что вы сами хотели забрать этот абонемент, но... Раз уж. Так, и наконец еще один вопрос. Какие виды солярия существуют?
Я понимаю, что девушки в первую очередь будут поднимать руки, потому что мужчины, как правило, солярий не посещают, да? Ну, солярий. Классно. Вот без руки вообще не слышу вас. У меня слух реагирует только на поднятую руку. И что мне делать теперь? MC Малыш знает правильный ответ? Кто подсказал? Кто подсадил девушку за этот строй брутальный? Так, слушай, сделаем так. Давай я тебе отдам абонемент, только для того, чтобы ты сегодня с кем-то познакомился и передал этот абонемент кому-нибудь. Держи. Мужчины, поддержите своего. Ну что ж, мы с вами немного поболтали, немного повеселились. Надеемся, что совсем скоро вы разойдетесь настолько, что будете уже у меня отбирать микрофон. Екатерина, не отвлекайте, я так только вам абонемент хотел отдать. Итак, следующий показ, господа. Этот подиум никогда сегодня не будет пустым. Мы перед следующим показом, точнее, мы хотели бы вас немного удивить. Поверьте, такое не часто бывает в стейкхаусе Черчилль. Да и вообще, на моей памяти здесь еще такого ни разу не случалось. Именно поэтому немножко приглушим свет. Дождемся, когда артист поднимется на сцену, потому что прямо сейчас каждый из вас может насладиться вальсом Мюзетты. Правильно же я все? Да? Автор Джакомо Пуччини. Господа, исполнителем будет Наталья Мусагалиева. Под ваши аплодисменты мы хотели бы вынести ей микрофонную стойку. Сразу хочу предупредить, Наталья очень долго репетировала. 10 лет не выходила из квартиры, родители ее не выпускали. Именно поэтому такие сильные пальцы. Итальянская обувь.
Итальянского сегодня, впрочем, как и всегда, ставится вне конкуренции. Она задает не только основные тенденции фэшн-тренды, но и общее настроение. В наступившем году модная итальянская обувь делает акцент на оригинальный дизайн и, конечно же, исключительной практичности. Встречайте на сцене. Люксовая продукция от бутика Louis LA. Яркие, шикарные и сексуальные туфли, ботильоны, босоножки, сапоги на высоком каблуке. Именно они позволяют всем дамам без исключения наслаждаться удобством высоты, ощущением своей желанности и сексуальности, своим роскошным и женственным образом. Мы представляем вашему вниманию первый бренд Casadei. Известный во всем мире бренд итальянской женской обуви. Вот уже более полувека компания Casadei прочно удерживает лидирующие позиции на мировом рынке обуви. Абсолютно все модели обуви сочетают в себе качественные материалы и первоклассную ручную работу. Обувная компания Casadei предлагает роскошную обувь для светских женщин. Абсолютно все модели обуви сочетают в себе качественные материалы и первоклассную ручную работу. На сегодняшний день Casadei выпускает классические, молодежные и вечерние модели обуви. Кстати говоря, обувь может быть украшена вышивкой, хрусталем, стразами или драгоценными камнями. Также, что немаловажно, коллекции от модного дома Casadei высоко ценят звезды первой величины. Среди поклонников марки Casadei Кристина Агилера и Анджелина Джоли. Средство выражения индивидуальности.
Обратите внимание, Джесси Якоб Коэн представлен с молодежной коллекцией Роберто Кавалли. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию Якоб Коэн. Последняя коллекция городской моды – итальянские джинсы. Охарактеризованные роскошью производственного процесса, проходящего на севере Италии, в области Венето. Якоб Коэн изменил не только концепцию марки, но и саму идею повседневных штанов, превратив джинсы в необходимый элемент стильного гардероба. Особенность джинсов Якоб Коэн – идеальная посадка как на женскую, так и на мужскую фигуру. Джинсы шьются из японского денима «Урао» и украшаются ярлыком из кожи «Поньи», посеребренными пуговицами и тамфорной строчкой по краю. При производстве джинсов марки Якоб Коэн используются только натуральные волокна. Одна из особенностей марки – маленький цветок, вышитый на заднем кармане. Даже этикетки на карманах брюк, указывающие название продукта и его характеристику, вышиты цветными лентами. Особое внимание уделяется упаковке. Каждая пара джинсов оборачивается в дорогую голландскую бумагу и складывается в прямоугольный картонный короб. Thank you.